И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Да, все так же на острове. Сегодня пойдем за ресурсами. Жоп все эти там линии, ну нафиг. Сегодня, кстати, я сделал, чтобы запустилась как локалка. Ну, как локалка, то есть я создал свой сервер в надежде, что так будет прогружаться больше территорий и будут диносы заменяться и так далее. То есть, чтобы мне не нужно было лететь на полкарты, и они как-то убивали друг друга и чистили карту. Так вот. Начнем с плохого. Почему с плохого? Потому что, типа, а с чего еще того? Не понравилось, все. Не дали. Я даже и не сомневался, что вот они завалят меня. Вот, ну а что поделать? Что поделать? Зато налутали немало ресурсов, и это хорошо. Из хороших моментов у меня много цементной пасты сделалось. Да, тут как бы уже немного, но я ее очень много потратил на полимер, на динотрекеры, две плашки телепорта, бензопилу, между прочим. Кстати, надо взять это. И сам телепорт, то есть управление телепортом. Что... Дальше. Так. А дальше мне нужны ресурсы. А это означает, что мне нужно куда-то отправляться. Кстати. Да, вот так я вызываю все нормально. Седлом и летуны. Классно. Все замечательно. И здесь мы можем отправиться к тег-терминалу. Красный обелиск, зеленый обелиск, синий обелиск. То есть, по сути. Я могу отправиться вот сюда и вот сюда. Ну, можно так сказать, на всю... А, и терминал, то есть вот сюда. То есть практически вся карта в моем распоряжении. Туда-сюда немножечко полетать и как бы без проблем. Тег-терминал — это добыча ресурсов. Синий — это зимка. Именно туда мы сегодня полетим. Но для начала я хочу слетать вот на вот эти. Я надеюсь, мышку-то видно. Сбоку, короче. Пляж. Там должны быть скорпионы. Скорпионы — это означает, что я буду добывать хитин. Хитин буду добывать. Вот. Подводники — это хорошо, но я, кстати, так черный полимер и не добыл. Не знаю, лететь ли пешком. Лететь пешком. Господи, круто. Я говорю просто как царь бог. Или... Ну, хотя, что с синего обелиска лететь, что отсюда, и мне лететь практически одинаково, так что я лучше... долечу до того пляжа с надеждой, что там кто-то появится. Сегодня подобываем ресурсы. Пойдем замочим пару десятков кайруку. Попробуем найти скорпиончиков. Может, кого-нибудь и притомлю. Потому что, напомню, мне нужен анкила, или куруз. Хотя, нужен ли мне камень? Да, пригодится. Анкила, Бедикурус и Диплокаус большого левла. Понравился он мне. Прям реально на нем путешествовать прям вообще огонь. Огонь огнивище. С одной стороны. С другой стороны, да. Можно какого-то водного, но это может из воды вылезти. А соответственно, я могу его хранить у себя на базе. Что очень даже неплохо. Не хочу где-то еще дополнительно что-то строить, чтобы где-то что-то и зачем-то. И, кстати, благодаря тому, что я сделал на хосте, то есть сделал не одиночку, а хост, FPS побольше, и игра как-то поплавнее идет. И плюс чуть-чуть настройки козлячил чуть-чуть. Чуть-чуть, самую малость.
И пока трындел, уже почти что долетел. Вот там, кстати, внизу заметочки. Но пока что мне неким что-либо узнать. Ладно, давай поищем здесь, есть кто нет. Я очень надеюсь, что здесь будет скорпионы будут. Прям очень сильно надеюсь на это. Пока что вижу только Сарка. Так, подожди, они здесь должны быть? А, странная карта. Не, туда выше вроде, по идее, должны быть. По идее, но это не точно. Много кто летает, много кто бегает, но не те, кто нужно. Опять у меня переключается язык на клавиатуре. Так. Авираптор. Да что-то. О, кстати, Геспирорнис. Геспирорнис. Где вы у нас тусуетесь? Ага. С них тоже полимер дропается. Очень мне сейчас нужная штука. Вот, сейчас попробуем зарулить. И... Опа! Да пошел ты! Я тебя что, схватить не могу, что ли? Серьезно? Или просто нужно прям попасть, прям конкретно попасть? Ай, промахнулся. Да и задницу, короче, его. Ща так завалим. Ай, иди сюда, куропатка сраная. Серьезно? Ну, обычно я огреваюсь от них. Ну да ладно. Тут что-то... Что-то тут пошло не так. О! О, иди сюда. Че там? Какаху идешь пожрать? Пожри говна! А, в смысле, точно. Так. И мне нужна бензопила. Ну, прогружайся, текстурка. Отлично. Вот это нормас. Столько органического полимера мне однозначно нравится. И это дешевле, чем обычный полимер. Смотри, сколько цементной пасты потратил на него. Это ужас просто. Ну и скорпиончиков бы найти не помешало бы. Ладно, хоть в чем-то я уже купился. Полимер отбил этой бензопилы. А вот скорпиончики. Не на том пляжу просто искал. Помню, что он где-то здесь, но не на том пляжу искал. Нормас, нормас. Сейчас лутанем. Хотя вот они тут сраные деревья прям. Ах. Ужасно. Они еще друг дружку могут гасануть. А это мне бы не хотелось. Потому что они друг дружку залутают. Собаки плешивые. Пошли вон. Экс. Хотя бы мне бы вот этих вот парочку бы отделить друг от друга. Так, чтобы они... Так. Отлично. Это было тяжело, но я справился с этим. Эта бензопила явно того стоила. Эта бензопила прям очень даже явно того стоила. Так, и стега. Стега, 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 стег, стега. Левел, четвертый левел. Остальные сейчас на меня тоже ополчатся, но... А что поделаешь? А-а-а! Вы ж это, расисты! Точно! Они ж тег диносов не считают за диносов. Так же, как и... тег диносы динозавров не считают за своих. Точно. Они ж расисты, я забыл. Реально, динозавры расисты. Ужас. А вы говорите, люди. Вот это понимаю, 83 электроники. Это лучше, чем создавать ее самому. О, огонь. Уже не зря сгонял. Ты посмотри-ка. Классно. Бензопила тащит однозначно. Однозначно тащит. Бензопилушка моя. Так, что тут у нас в тебе?
никак не делается лучше. Ну и бог с тобой. Выносливость пригодится. Да, надо бы еще скорпиончиков поискать. Мне однозначно это понравилось. Много здесь было пингвинчиков, но их больше нет. Классно. Очень много полимера. Даже первосортники много. И очень хорошо. Еще там заметочка, которую я не хочу лутать. Ха-ха-ха-ха. Бензопила просто топовая штука. Просто до безумия. Благодаря ней я сейчас могу много чего сделать. Кстати, раз уж я все равно здесь, ехать туда будем. И куда я собрался лететь? У меня же телепорт есть. Ох уж эти привычки. Кстати, больше я этих так и не нашел. Скорпионов. Ну, да и бог с ними. Зато пингвинчиков на этом... что там? Островке, получается, айсберге. Было очень много. Ну, это очень здорово. Очень-очень-очень-очень-очень здорово. Так, где тут у нас? И... до дома, до хаты. Даже... летим в тепло. Не, надо однозначно ставить на паузу, когда я телепортируюсь. Видос-то зависает. А, ужасно. Хотя, может, не зависает. Им было слышно, но у меня программа, по крайней мере, показывала, что зависла. Не та кнопочка, ты чё? Отлично. Просто дофигища ресурсов за дофигища короткое время. Класс. Только бензопилу надо починить будет, но оно того стоило. По крайней мере, те ресурсы явно того стоили. Да, и, кстати, очень много хитина, на удивление. Прям до безумия много хитина. Что сейчас и перемолим. В цементную пасту. Кстати, нужно было уже сделать нормальный стол. Стол. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Камнет. Нету. Вот это я даю. Все вырубилось. А ты еще работаешь до сих пор? Классно. Я тебе один только бензин засунул. Неплохо. Кстати, да, здесь поставил вот эти вот создание. Для чего мне нужен черный жемчуг? Я же так и не рассказал. Для вот этого FS-генератора. Он работает как Т-генератор. Поэтому он явно нужен. И работает на... масле. Просто тупо на нефти работает. И он работает дофига как хорошо. Так, на это у меня уже хватает. На это у меня нужен черный жемчуг. Кстати, сейчас к зеленому этому изгоняем. И там должны быть эти рачки около зеленого. Так, я же разгрузился? Я разгрузился, отлично. Значится, торцуем к зеленому обелиску. Вот сюда встану и туда. Да уж. Это как бы два варианта. Либо со спавном что-то не то, либо рака скорпиона здесь не спавнится. Хотя по базе показывает, что они здесь должны быть. Но я эту сраную закутушку вот эту вот эту столько уже облетал. Такое ощущение, что каждый миллиметр посмотрел. Но ничего. Вообще ничего. Рак скорпионов здесь нету. Да уж. Зато Диплокаус из 12 левела. Все так же бегает, все так же живой. Или живая, не помню, но суть в том, что нету. Искать их только на дне морском по краю карты. Ну, собственно, как обычно и бывает. Вот, но... это ж надо нырять, плавать. Ужасно. Ужасно, как отвратительно. По ходу дела придется опять так же нагибать этих трилобитов, чтобы сделать уже генератор. Мне нужен этот странный чертов генератор. Я ничего не могу с этим поделать. А черный жемчуг по-другому не достать. Хотя нам альфатей что-то можно убивать, но это какая-то шляпа. Да.
Ну, что могут сказать? Читать лучше нужно просто. Когда я уже стал читать про аммонитов, с которых также дропается черный жемчуг, я подумал, а какого фига аммониты должны делать на поверхности? Скажем так, и потом чуть пониже прочитал, что это обозначаются пещеры, там где я летал, в общем, в том же месте, только в пещерах находятся ракоскорпионы, с другой стороны карты находятся аммониты, и да, в общем, в пещеры нужно заныривать, чтобы найти их. И мне все еще нужен амфибия, и я задумался, то есть, по сути, хороший пловец это у нас жаба и теплокаус. Но такой клевый добытчик, жаба и плюс, кстати, у него есть кислород. И жаба, с одной стороны, неплохо, с другой стороны, мне обязательно нужно будет дайвинг делать. Походу дело придется теплокаус еще раз томить. Только как я его буду томить, если они не спавнятся большого левела. Вот это уже другая беда. Также, да, есть вариант. Не-не, а... Ой, почти угадал. Вот. Трансмиттер. Да, он типа показывает, что, да, когда, где. Он показывает что-то, когда, где, какие единые есть на карте и так далее, но... В общем, чтобы его изучить, мне нужно убить боссов, скажем так. Единственное, что еще не принят какой-то трансфер контрол юнит. Непонятная фигня, стоит очень дорого, поэтому не хочу ее создавать. Да. Вот с такой жопой я столкнулся. И, кстати, Фиомку нужно притомить. Фиомку нужно притомить, чтобы она делала какахи. Почти угадал. Чтоб тебя... Просто темно и нифига не видно. Мне темно и нифига не видно. Айтем коллектор. Так, ты у нас... ну да, по сути, только ты мне и нужен. О, могу тебя создать отлично. Ставим тебя, поставим вот сюда. Работаешь ты у нас от... да, пропилен и... Ты чисто только от пропилена работаешь? Да, жопошно. Жопошно, потому что могу я тебе сделать только... Где я тебе кактус найду, а? Ну, ебога. Ну, хотя я могу переделывать их. Ой, жопа, короче, нужно другое делать. А это коллектор. Либо, возможно, тег-генератор будет... Да, бесточно, возможно, генератор будет работать. И опять упирается у меня все в черный жемчуг. Но что я могу с этим поделать? Жопа чутка в том плане, что мне опять нужен черный жемчуг. О, смс-ка пришло. 9 черного жемчуга. 3 лобита в этом мочете. Вот, если что, вот это... Все с одного троглодита, блин. Трилобита. Сейчас покажу. Смотри, прикол. Да, твою мать, сдохни уже. Смотри, прикол. Это что-то с чем-то. Значится. Для подводного путешествия будем все-таки томить не диплокаус, но все-таки такой прям дрещеватенький. Будем честны, как говорится, да? Офигеть, бензопила. Чтоб я без тебя делал? Еще одного трилобита найти и все.
Я себе нужный жемчуг весь набью. Ну, на данный момент на генератор. Офигеть. Ну, просто там очень много на дне. И они козлы. Потому что они на дне. Ищем дальше. Одна только проблемка с стрелобитами. Бензопила на дне не запускается. А тащить тело почему-то я не мог. О, не открывается тащить тело. Но... 7 чертов жемчуга. Да твою мать, нифига себе. Вот это я понимаю штука. Ух, классно. А теперь я могу еще и быстро домой лететь. Вообще огонь. Так, щелк. И я дома. Ну, суперски. Просто сейчас еще все прогрузится, мыло уберется. Конечно, пройдет сейчас 5 лет, но... Да бог с ним. Офигеть, бензопила это... 2000! Едино. Надо камень срочно лутать. Все-таки Дедикурос мне нужен. Антила и Дедикурос. Вот кого я буду томить в следующий раз. Еп. Включаем, запускаем. На это у меня хватает. Цементной пасты не хватает. Ну и в задницу все. Зато я могу теперь поставить генератор, который у меня будет работать и все обеспечивать. Оп-оп-оп. Электричеством, лепетричеством. Еп. Классно. Такс, и... А чё ты не работаешь? Так, погоди-ка. А так? Эй, ну это вообще нечестно было. Я потратил на тебя ресурсы, а ты не работаешь. Вот же говно. Хотя у меня есть мысль. Так. Отсюда. Вот сюда. Но, по крайней мере, я переместил. Так, да. Нефть. Хоп. Эу. Так, погоди. А переместил ли я? Переместил. Мне это не нравится. Так, ну-ка отсюда. Вот сюда. Да, вот, обратно я нефть вернул. Так, погоди-ка. А бензин? Отсюда? Вот сюда. Бензин он даже и не перемещает, потому что работает он только на нефть. Это я точно помню, но, блин! Ой, ты в жопу тебя, короче, потом разберусь, как с тобой работать. А, такие вот, народ, дела. Не каждая техника помогает с проблемами. Блин. Ну, на этом я с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, конечно, делиться моим видео своим друзьям. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.